Да, кто у входа? Умный дом начинается с умного домофона. С таким помощником хозяева всегда знают, кто и когда приходит в гости, даже когда их нет дома. Видеовызов поступает на смартфон пользователя, а хозяин решает, открывает дверь посетителю или нет. Всего одно нажатие кнопки на гаджете, и дверь открыта. В умном доме все под контролем, даже счетчики электроэнергии и воды. Данные о потреблении ресурсов, интеллектуальные приборы учета в режиме онлайн передают в управляющую компанию. Ежемесячно фиксировать показания жильцам больше не придется, а контролировать расход ресурсов можно в личном кабинете. Ближайшая перспектива – это добавление умных шлагбаумов на придомовую территорию. Мы планируем создать там единую платформу в виде мобильного приложения, которая будет включать в себя все компоненты. Там, помимо управления устройствами, датчиками, это и там, внутридомовые чаты, это доступ к видеонаблюдению, это общение и с управляющими компаниями. Сделать квартиру умной поможет система безопасности «Умный дом». Коробочное решение представляет собой набор датчиков. Если в дом проникли недоброжелатели, датчик открытия окон и дверей оповестит хозяина через СМС или пуш-уведомление. Протекла вода? Сработает датчик протечки. Датчик движения реагирует на любые перемещения в квартире, фиксирует температуру и освещенность. А вдруг задымление? Тогда сработает датчик дыма, моментально оповестив хозяина квартиры. Наблюдать, сделал ли ребенок уроки, как чувствуют себя пожилые родственники или продвигается ремонт, можно с помощью умного видеонаблюдения. Умная камера Ростелекома не только сообщит о событиях, а еще и передаст сообщение. Петя, садись делать уроки. К умному дому Ростелекома можно подключить более 200 датчиков разных производителей. Главное, чтобы все они поддерживали протокол Z-Wave. Управлять таким электронным домовым можно как с компьютера, так и со смартфона с помощью специального мобильного приложения. Мы видим, как застройщики, что в будущем, ну даже в ближайшем будущем, это квартира-компьютер. Причем даже не квартира-компьютер, наверное, дом-компьютер, микрорайон-компьютер. По прошлому году мы охватили 200 квартир, это наши первенцы. Соответственно, все дома этого года уже, конечно же, в этой же системе будут реализованы. Ну и дальше будет только больше. В ближайшее время умные дома появятся еще в нескольких строящихся жилых комплексах Чебоксар.